Ребята, всем привет, меня зовут Юля Пушман, и сегодня мы продолжаем играть с вами в Daylight, сука, какое же название, хорошее. Так, я уже сразу включаю, не хочу вот это медлить, что-то разбираться, не разбираться, как всегда проверим все настройки. Уа, как светло! Так, в общем, ну я как всегда, я на самом деле подготовленная, вы зря думаете там, кто смотрит, что я там не профессиональная, какая-то профессиональная. Я так иногда подготавливаю, что я вот подумала, что я как профессиональный интервьюер подготовилась, посмотрела кое-что. Я тут поняла, господи, насколько же это охеренная игра. Не, ну ты прикинь, по-другому не скажешь, почему. В общем, я открыла какой-то видос, типа там пасхалки игры, 20 прикольных фишечек в игре. Тут, ну ладно, сейчас я все это расскажу. Короче, мне тут сказали, что это все бесплатно, тут просто можно вот эту вот тему скачать. Я типа не долистала, но как всегда, видите, не досмотрела до конца. Так, целый месяц событий, суета, веселье. Давайте сделаем, да? Да? А, кстати, мы с вами не закончили задание, там остановились в доме. Возможно, сейчас придется нам заново идти. А, ну там, наверное, все просто, да? Или нет? Проверяем звук, как всегда. Мне показалось, что можно добавить еще. Громкость речи не будем, громкость музыки. Ну, что думаете? Не знаю. Сомневаюсь, переживаю. Да не, наверное, не будем рисковать. Погнали! Столько всего изменилось, столько всего произошло. Давайте попробуем... Да блин, надо выполнять миссии! Давайте попробуем события. Все, решено. Короче, ребята, я посмотрела какой-то видос, где чувак ходит рассказывать про всякие фишечки, приколюшечки того, что может быть в этой игре, то, что можно найти в этой игре, то, что как можно быстро прокачаться, типа, знаете, всякие баги, такие баги. Вот, много чего классного нового узнала, и я поняла, что... Ну, просто играть в эту игру, чисто ходить тупо по сюжетным заданиям, это просто будет... Ты? Где я, бля, зимой? Ой, зимой. Так, темно. Ночь. Слушайте, я что-то... Давайте... А, ёптать, нам же опять надо. Впусти меня, сука! Ёптаю мать. Вы знаете, что надо делать? Мне сейчас нужно подняться на мост. О, груз прилетел. Короче, в чем фишечка? Фишечка наша там. Из-за того, что сейчас ночь, разумеется, все очень злые. Нам нужно опять забраться туда. Интересно, мы с этого... Мы туда не перепрыгнем. Господи, кто-то идет ко мне. Нельзя стоять на месте. Короче, как вы помните, ночью они сумасшедшие. Ночью они злые, сумасшедшие. Вон они. Но я ночью, кстати, особо-то ни разу и не играла, потому что я боялась. Так, нам попасть туда только через вот это. А сюда мы вот так забраться можем попробовать по столбу. Нет! Он не хочет. Активируем. Там какой-то глаз. А, типа они меня не видят в темноте, что ли? Что это за бред? Конечно, они меня могут увидеть легко. Это надо быть каким дурачком, чтобы меня не увидать. Так, вонючки наши. Могу ли я запрыгнуть? Не могу. В общем, мы с вами в прошлом выпуске остановились на том... На чем? На том... Пошел ты нах! Так, да, ну нахер. Так, мне надо как-то попасть наверх. Убери эту булаву ссаную. Нет! Так не получится. Нам надо было сразу туда залезть.
Да он вообще крейзи. И чё, 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 его глаз наполняется, и он охеревает? Бля. Я успела съесть этот аш. О боже, да что такое, блин, просто из-за того, что ночь началась. Кстати говоря, что самое интересное, ночь длится... О! Так намного лучше. Клянусь, ей-богу. Сейчас мы с вами переспим. Так. Кровать, мне нужна койка. Ждать до утра, да. Во-первых, зачем мне по темноте ходить? Но, кстати говоря, в чем фишка? Одна из фишек. Я вот буду вам рассказывать все, что я помню. Из того видоса, который я смотрела сегодня, пока красилась, там что-то еще делала. В общем, ночью, когда я буду мочить зомбаков, у меня будет больше добавляться... Ну, понятно, всяких там... Ну, не навыков, как это называется. Больше будет добавляться очков. Вот нам сюда надо. Или нет? Вот я просто в тот раз я не могла, вот правда, не могло я закончить тогда игру. Вот сюда ж мне надо было. Почему оно мне не горит заданием оранжевым? Слабо сказать? Я так и не проверила, что происходит в квартире. Поговорить с Джеффом, или как его там, Джеффом, да. Мне надо туда, мы же не закончили с этой мамашей сумасшедшей. А может там ничего не надо было? Господи, у меня же это живот напрягся. Напрягся. Так, какие-то сумасшедшие мутантосы. Кстати, что-то ничего новогоднего-то мне и не видится, не предвидится. Ну, сука. Но ведь она же не успокоится. Ой! Да не то! О, кстати, давайте их замочим этим. Сука, не, ну ты сука же, конченая тварь. Иди! На! Ёб твою мать, чё за дело? Чё-то я вообще не понял. Ну, они должны сгореть, и мне добавится этих. Да господи, блин, да вы чё, с ума сошли? Может, я это вот... Да ты чё? А, у меня оружие говно. У меня лопата была? У меня есть лопата? Так, ну окей. Джи. О, лох. Ну не лох. Блин, да они меня не моют. Не могут. Не могу я вам да рассказать. Чё б, собственно говоря, произошло. Синяя. А, это тот продавец беспонтовый. Так, ну подождите, ну что такое? Я опять не могу нормально найти. Лохи. Зомбовские лохи. А, нам нужно довыполнять задание. Я, если честно, вообще ничего новогоднего что-то я не вижу. О! Короче, видите, у меня наверху-то... Ну это, я видела, что там уровень, но я не видела, что там ловкость как-то прокачивается. А что, я не могу скользить, интересно? Так, вот мы и пришли. Нам опять надо на этот дом. Кстати, мне еще подсказали. Ночью тут был мутант. Что обязательно открывать вот эти машины, потому что там могут быть даже пистолеты. Что-то звуки такие, как будто они рядом. Да сука такая! В общем, есть такой прикол. Тут есть кладовщик. Чувак, у которого я могу бесплатно брать всякие штучки какие-то. Которые там, я не знаю, откуда они берут. И мне нужно для этого вернуться в место, где мой дом. Ну, где, короче, есть кладовщик. Я у него что-то беру, потом иду, сплю. Потом просыпаюсь, опять к нему иду.
И как вы думаете, что у него появляется? Снова новые предметы. Это такой как бы типа баг в игре. Ну как баг. То есть, знаете, о, господи. Ой, блин, джишку зря потеряла. Сигарет вонючие. Туда я не могу упасть. Ладно, все, идем. Так, поближе. Стоят там лохи. О, чемодан. В общем, я на самом деле, когда посмотрела, что там можно делать в этой игре, я была просто, ну не то, что на седьмом небе от счастья, я была просто в восторге, потому что, ну блин, не знаю, если кто-то знает такие игры, как Fallout, там, ну, Borderlands не совсем из той истории, ну хотя тоже типа открытый мир, ну да, как бы открытый мир, но не то, что я имела в виду. Короче, просто у меня, наверное, самая любимая игра это Fallout. Я ее проходила и с читами, и без читов, и на плойке, и на компе. Я уже рассказывала в каком-то выпуске. Так, мне нужно как-то, я забыла, куда я там ходила так клево, профессионально. Как-то запрыгнуть, что-то я не помню, слышишь? А, вот сюда куда-то мы залезаем. Потом прыгаем вот сюда. Мы, может, и так долетим, да? Сейчас мы дойдем, мы уже вблизи. Ну, по крайней мере, проверим, что там, потому что мы там как бы так и не доразбирались. Господи, я чуть не упала. Вот, и эта игра, конечно, тоже улетная. Особенно после того, как я посмотрела, что здесь можно сделать, сколько всего впереди меня интересного ждет. Потом я думаю, дай-ка я посмотрю, что там Куплинов делал. Я посмотрела буквально даже не серию целую, я посмотрела чуточек. Так, все, мы где надо. Вот этот дом, да, нам нужен. Че, с этой трубы на него свалимся? Что-то, блин, опасно, можно и не попасть. Давайте лучше прямиком. Так будет спокойно. Вот это только крики. А действия? Где же действия? Где же опасные мутанты? Сейчас мы довыполняем наше задание. Пустота. Слышите, слышите, звук прям ужасающий. Так, ну нахер. Ну, тут мы были с вами в прошлой серии, все посмотрели. Я думаю, открою, тут ничего не будет, потому что я тут только что была. Ну, как бы только что. В прошлой серии. Так, мы там офигели с вами от того, что его мама-то... Вот она. Фильм идет, мама смотрит. Ну, она рада? Мама очень рада. Гази принес ей конфеты и фильм. Тогда я возьму немного лекарств для своего друга. Ну, ладно. Голова мамы превратилась в тыкву, и у нее больше нет припадков. Лекарство на столе. Спасибо, Гази. Гази приносит счастье. Блин, если честно, жалко его. Так, на каком столе-то? Вот здесь где-то. Слышь? О, вот лекарство. Это же разве стол, это же комод какой-то. Ну ладно. Так, сразу выключим нашу точку, чтобы я потом как лох не думала, что мне сюда все это время надо было. Дом, откуда идет красный дым. Так, мне теперь надо вот сюда отнести лекарство. А, ну вот, отнести лекарство Лене. Ну все, пошли туда. На самом деле, кто-то там говорил, ой, не нравится то, что ты играешь где-то там не по сюжету, не нравится, не нравится. Ну, блин, спи, моя красавица. А, так вот, что я не закончила-то? Я посмотрела. Немножко Куплинова, да, верно говорю? Куплинов. Посмотрела и подумала, боже мой. В смысле, мне очень нравится летсплей Куплинова, но... Он просто очень быстро прошел, ну как бы, я так поняла, что он очень быстро прошел эту игру, потому что он чисто проходил сюжетку.
И меня это немножко огорчило, потому что здесь столько всяких классных фишечек, плюшечек, шняжечек. Да вижу, я вижу, что там мутант. Может, он нас не заметит? Вроде не заметил, да? Перепрыжок. Еще что я узнала. Мне нужно постоянно следить за тем, сколько у меня очков навыка, потому что если меня убьют, я могу просрать все свои офигенные очки навыка, и это тупо. Поэтому если я вижу, что у меня очень много очков навыка, то мне бы по-хорошему, ёб твою дивизию, придурочный, откуда мне знать? Заткнись и слушай. Да мне все равно, что я нахожусь безопаснее. Так, паркурщик, дважды подумай. Паркурщик. Я обожаю, когда они за мной бегают. Он меня нагоняет, сука. Блять. Что-то я не то сделала. Во, видали. Добавились нам экспушки-то. Очко навыка. Фу. Очко навыка добавлено. Я видела, как чувак, вот у которого видос смотрел, он по этой трубе бегал. Ночью именно, чтобы безопасно. И подкаты делал. И подкаты ему, короче, прибавляли ловкость. Это Крейн, как слышно? Брейкин, как слышно? Черт. Джейд, это Крейн, как слышно? Крейн, сколько у тебя антизина? Раис хочет, в общем, он нас кинул, ясно? У меня 5 капсул. Что? Чтобы он сдох? За пару дней? Слушай, Крейн, у нас форс-мажоры, вспышка на 18 этаже. Туда мы идем. Срочно возвращайся и бери антизин. Во, нифига мы залетели в безопасную зону. А тут есть кладовщик? Ты кладовщик? Не кладовщик. Ты кладовщик? Доставьте НПЧС. О, 15 тысяч прям сразу добавили. Давайте посмотрим. Во, повышение уровня выжимаемости. Урон оружия у меня тоже зависит от того, сколько прокачано. Я увидела на своем прошлом летсплее, что я могла прокачать вот эту штучку, чтобы у меня было больше места. Так, 7 уровень. Вот, видите, я так поняла, что... Подождите. Да. Да-да-да. Короче, вот очки навыка мои. Видите, 4443. И если они у меня близятся к финалу, к 25 тысяч, то мне лучше не идти на сложную миссию, стрёмную, потому что если меня убьют, все мои очки вот эти, они просираются, прикинь. Хорошо, что я посмотрела. Просто, понимаете, в чем проблема? Многим интересно посмотреть сюжет. Я знаю, сюжет интересно, но сюжет проходить, это значит, что ты поиграешь сколько-то часов в эту игру, да? И все на этом. И только потом проходить какие-то дополнялки. А я люблю это делать постепенно, чтобы когда я проходила сюжет, чтобы я была супер прокачанной, супер классной. Ну, сами понимаете, наверное. Так, мне надо куда-то туда, на 18 этаж. А, ну это походу в нашей башне. Там у нас кладовщик, ребята. Огонь. Ой, мне уже не страшно все эти ваши зомбис. Зомбис-апокалипсис. Башня-то где? Вот. Сейчас будем взираться. Что за ограда? Ловушка-ограда? Ха-ха! Как у меня много здесь заданий! Ору! Вот, сегодня, видите, мы сейчас что-то выполним. Хотя это даже, по-моему, не по сюжету. Это, наверное, не... Давайте проверим, это по сюжету, не по сюжету. Да, это не по сюжету. По сюжету вот, потому что это побочные задания. Но, блин, как их не выполнить? Так же интересно. Это же, блин... Ой... А, забыла, куда идти. Давно здесь не была. Мне очень интересно проверить... проверить эту тему с тем, что я могу у этого кладовщика все брать бесплатно.
Еще я знаю локации, где очень много аптечек. Ну, короче, вот эти вот, знаете, ну не то что баг. Так, где подниматься? Не то чтобы баги в игре, а наоборот, всякие такие хитрости, ловкости. Тут наверняка можно чит-коды вводить. Ну, я это люблю. Это, знаете, как ввести сейчас чит-код на бесконечный просто, я не знаю, дробаш. И это было бы классно. И причем перезарядка не нужна. Конечно, классно. Так, сейчас мы наконец-то спасем ту несчастную. У тебя есть антизин? Давай сюда. Что случилось? Один из наших обратился, несколько людей попали в ловушку. Можно было изолировать помещение, но Брэкен хотел спасти как можно больше людей. У нас не получилось, кто-то должен был принять решение. Мы потеряли целый этаж, и там были дети. Лучше поговори с Брэкеном, я отнесу препарат Лене. Ладно. Я поговорю с Брэкеном. С брейкданс. Я поговорю с брейкдансом. О! Это Брэкен спит? О, бедолаги. Можно что у вас посмотреть? Ой, пошли нафиг отсюда, больные. Карантинные меры. Сколько у них тут лекарств? И от тараканов. Фу, какая засранная. Просто мне кажется, они туда ссали, если честно. Ужасно. Как можно писать в раковину? Ужасно, ведь кто-то же писает. О! Журнал боевых действий. Нажмите... Так, как назад? А. Записки, журнал боевых действий. А что нам это дает? Просто типа почитать? Ну не, это уж я не люблю, знаете, вот. Наверняка это тоже интересно. Вот у меня Слава, муж мой, он обожает все записочки читать. А я не очень-то люблю. Я достал лекарство от припадков. Спасибо. Как там поживает Гази? Он может и чокнутый, но хорошо умеет добиваться своего. Видел его маму? Да, неплохо выглядит. Если маме плохо, то всем плохо. Да, кстати, Брэкен просил передать тебе вот это с благодарностью. Надеюсь, ствол. Награда. Улучшение оружия. Ха-ха. А где мой ствол? Награда, улучшение оружия. И куда мне это использовать? Как? А, вот, улучшение оружия, чемпион. Улучшает все показатели оружия первый уровень. Выберите в инвентаре, нажмите F6, чтобы улучшить его. Да у меня есть чисто говно с палками. Какие-то... Что тут улучшать? Так, починить, говорят, на C. Ну, окей, оказывается, можно было чинить. Ну да ладно, ну подумаешь, узнали сейчас. Моя военная винтовочка. Гранаты. У меня теперь видали, сколько места свободного. Кайф. Ой, ну здесь много заданий. Вот эти вот все восклицательные-то знаки. Это же все это самое. Побочки. Так, что тут есть у него? Кувалда. А, еще можно здесь найти этот Эскалибур. Меч. Го, найдем. Пожарный топор. Блин, клево выглядит. У меня денег, в принципе, много, да? Ну как, 11 тысяч. Я их сама копила. Без читерства. Ладно, как всегда, у него нету... Клинок, кстати, нам, по-моему, для этого нужен. Для сурикенов моих любимых. Сразу создадим аптечку, потому что аптечки это вообще лучшее. Тут есть какие-то больницы. Вот я смотрела, то, что чувак проходил. Но он не проходил, он как бы типа такое вот первое. Мы можем сделать вот это. Второе. Там. Здесь в этой игре есть вот такой прикол. Ну вот я вот это смотрела, не знаю, минут 15, наверное, там было. Вот. И, блин, клёво. Клёво, конечно. Ничего не скажешь. Так, уже действие огня и огненных чертежей.
Ну, вообще чертежи это хорошая вещь. Надо бы чертежи так, наверное, это забирать себе. Мы можем продать ему что-нибудь ссаное. Вот это, например. Да. Арматура эта беспонтовая. Бита не нравится. А, вот это то, что горит сбоку, это то, что я использую. Нож-крюк, типа он 40... А, какой урон, мы не знаем, надо починить сначала. Так, ракеты, кофе, сигары... Сигареты, в смысле? Ну, и хватит с этого пока, да? Сборку предмета, горючая жидкость. Где оно? Тут где-то. Нож-вонючка, улет. Сделать не могу. Стоматолог. А, помните, мы взяли? Добавлять средний... На-на-на. Нужен лом. И куча всего. Электротруба. Так все-таки сделали мы тогда электротрубу или нет? Шокер могли бы сделать. Пластика не хватает. На самом деле клевая. Я посмотрела, так скоро мы вообще сток набирать будем. Короче, мне для того, чтобы мне продавали, выпадали, видимо, пистолеты, мне нужно докачать уровень. Ну, как я поняла. Что-то горючая жидкость. Типа бросить и стрельнуть, например, допустим. И тогда будет класс. А так, бесполезная вещь. А, ну блин, ну что такое? Куда идти-то? Давайте Эскалибур найдем, а? Это что, мне пока я из здания не выйду, типа надо тупить? Ладно, тогда где нам съехать отседова? Вниз? Да, спуститься на лифте. Мы можем поспать, проснуться, пойти к кладовщику, проверить нашу теорию. Ну, как теорию, то, что чувак сказал. Так, я уже доставила, что у меня было. Ну, понятно, еще больше им нужно лекарств, наверное, на этот 18 этаж. Но у меня больше нет. Это что это такое стоит? В башне всегда есть чем заняться. Надеюсь, ты найдешь время взглянуть на доску объявлений. Не-не-не, там у меня Эскалибур, ты чего? А, да ёптать. Поспать. Нам надо поспать. Но нам придется два раза поспать, так что извиняйте. Ну, до вечера, а потом, чтобы как бы ночью не шароёбиться. Кладовщик? Нет. Не кладовщик, нам нужен мой любимый кладовщик. Он тут у нас сидит, я уже помню. Есть что? Давайте еще поспим. Может, надо поспать как бы как будто сутки, но это как-то странно, потому что то, что тот чувак говорил там, как бы один раз поспал и все. Сейчас, наверное, ночь, поэтому давайте сразу. А, сука, вечер. Давайте все-таки проверим сейчас, а потом проверим еще, потому что ночью я не пойду гулять. О! Вот, работает, и все, мы это забираем бесплатно. Пошли еще поспим. Как начитерить себе кучу всякого клевого. Где моя кровать? Тут. Ребята, играть надо в игры. Интересно. А это интересно. 10 часов спустя. Давайте посмотрим. Хватает ли одного раза? Ну, наверное... Просто надо уметь читерить как следует. Не, ну это классно, это классно. Я на самом деле могу так бесконечно, поэтому... Ну не, я с вами не буду так делать. Я знаю, что вам не интересно это. Сейчас я еще разочек сделаю. Пока ночь, дождь идет, что-то сраная погода. А, еще, кстати, пока я сплю... Так, вот сучок не всегда обновляет. Видимо, надо побольше поспать. Еще, кстати говоря, пока я сплю, у меня восстанавливается полностью все здоровье. Поэтому если вдруг у меня нет аптечки или еще какая-то... лажа, то можно просто прийти поспать. Это тоже этот чувак рассказал. Ну, на самом деле, вот эти хитрости, их знать надо. Блин, ну я вообще, я просто в восторге, ребята, я просто в восторге. Ну, ёпт. Сколько у меня теперь этих самых вообще? Чего у меня тут есть? Чего? 46 винтовочный патрон. Интересно, как его создают? 16 аптечек. Вай-в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 ай. Отмычки, взрывпакеты, коктейль Молотова, сюрикены, ё-моё. И все это благодаря тому, что мы с вами просто немножко почетерили. Ну, легальным способом почетерили. Никаких кодов мы не вводили. Мы просто с вами, как бы, так сказать, нашли лазейку. И я не вижу в этом ничего, зазорного. Так, мы можем сюда, кстати, что-то поставить.
У нас закончились коктейли Молотова. Где у нас там эти? Самое клевое, что вот это все я могу бесконечно брать. Типа аптечки, отмычки, патроны, все это типа, ну, не забивается. То есть забивается у меня только оружие. Так, улучшение, детали для сборки. А где у меня? А, вот. Усилитель выносливости. Ну, не знаю. Такая дорогая, слышь. Ну, давай. Не знаю, что-то я... Фонарь этот... Ну, я слышал, да, фонарь мне вот этот помогает ночью от этих врагов. Так, ладно, ну чок-чок, я не знаю просто, как мне с вами быть, потому что там у некоторых ноют, типа, эй, давай, проходи по заданию. А мне вот хочется, например, Эскалибур найти. Сейчас мы сделаем вот так, мы сейчас посмотрим, чтобы нам легко показали на карте. Эскалибур. Вот. Сразу говорит, Dying Light. Редкое оружие, Dying Light. Всем привет, с вами Red Sprout, и сегодня я расскажу про уникальное оружие в игре Dying Light. Если вы уже интересовались этой темой, то, скорее всего, ничего нового на крыше вот этой многоэтажки. Что? Чертеж первого уникального оружия вы сможете найти вот по этой точке на карте. Не, мне не нужно нередко, мне нужен Эскалибур. Эскалибур. Так, он мне должен показать карту нормально, по-человечески. Так. Ща, мы его быстро найдем, не очкуйте. Карта. Ух ты, сколько у него тут интересного. Вот это вижу. Ой, а мы там не были. Так, это где-то... Знаете, где Эскалибур? Где-то здесь. А вот здесь, на этой локации, у него стоит какой-то огромный череп. Что-то мне известно. Ну, мы пойдем сюда. Идти нам долго. Не, недолго. Не-не-не, мы дальше ходили, посмотри. Мы тут, считай, рядом вообще добежим сейчас в три счета. Вопрос только, где он, да дальше-то, а? Все, я поняла. Летим, мои птички, летим! Так, ну на чем мы с вами остановились? Что я недорассказала? Мы классно отметили... годовщину с моим любимым человеком. Съездили, отвез он меня в итоге в какой-то супер дорогущий и необычный ресторан, в котором я ни разу не была. Сексти называется. Москва Сити. Вот, видали, у меня экспы добавились. Навыки. Ну, навыки эти, как его. Чё по кайфу и так далее. Отметили годовщину, поели, попили винишко. Это типа помочь ему? Да, если честно. Всем не поможешь, да? Всем не... Ой, на крыше прям стоят. Ну ты погляди, а! Что я кушала? Я кушала стейк с картошкой фри. Я очень люблю стейк с картошкой фри. Кто-то любит всякие там овощи на гриле. Не, я люблю стейк с картошкой фри. Это очень вкусно. Сейчас мы по крыше. Кстати, еще я что увидела? Вообще прикол. Есть у него тут какая-то фигня, как у человека-паука. Вот так вот пшух, пуляет, прицепляется и летит. Шесть мочек. Короче, вот видите эту хрень? Где-то здесь камень стоит, на нем Эскалибур. Поэтому нам... я просто хотела по крышам так быстрее, конечно же. Ой, блин, да, долетел. Хотя, с другой стороны, какой смысл нам ходить по крышам? Да ёпта, я просто... этот самый. Повышение уровня. Ну, конечно, у меня повышение уровня. Ловкости! Ой, я же не долетела. Как он ноги себе не сломал. Так.
Так. Еще он сказал, что в воде мы в безопасности. Типа зомби не плавают, поэтому я как бы захожу в воду, и они меня могут не трогать. Например, наверное, ночью это тоже работает. Единственное, что ночью есть эти же злые черти, которые плюют. Вон там, походу, Экскалибур наш стоит. Сейчас мы туда и поплывем. Да. И если за мной охотится, он может и в воде быстрее плыть, да. Если за нами охотятся, прям целая погоня, мы можем нырнуть под воду и все. И нас типа потеряют, и можно вынырнуть, и они уже такие, типа, не знают, где они меня видели. Ну, короче, есть всякие такие хитрости. Я решила просто их посмотреть. То есть не прохождение игры, не то, что куда как бегать, а всякие такие приколюшки, которые интересно будет и вам рассказать. Да и просто, ну, мало ли, вы там захотите поиграть. Это ж клево, когда ты знаешь всякие фишечки. Клево, конечно, и когда ты случайно находишь сам, типа играешь такой, о, это что, меч? Клево. Вот, но прикольно же все-таки это самое. Вот. Так, удерживайте. Это Эскалибур. Этот Эскалибур теперь мой. Я держу. Блять. Мне что, силы не хватает? Или надо вот так делать? Она грузится, что ли? Слушай, она прогружается, походу. Она прогружается. Долго же держать надо. Это такая обманка, типа я должна подумать, что у меня силы не хватает, и уйти. А на самом деле оно прогружается. Видали? Хитро. Хитро. Но это я не смотрела уже. Я просто посмотрела, где его найти, а дальше там я уже не смотрела то, что его надо удерживать. Будьте осторожны, будьте внимательны. Интересно, будет какой-то интересный луч? Типа, знаете, когда достаешь какое-то необычное оружие, в мультиках, в фильмах обязательно должно быть что-то такое волшебное. Типа, музыка какая-то. Долго, слышишь, держать. Надо, наверное, паузу сделать. Так, что еще про этот Экскалибур? Я знаю, что он очень быстро ломается. И вы спросите, зачем же он мне тогда нужен, если он очень быстро ломается? Да затем. Мужик, которого я посмотрела, парень, сказал, что даже после того, как он ломается, его можно использовать. Хитро, очень хитро. Ну, мы это проверим. Я просто видела, как он этим мечом разносит зомбарей. Просто... Я думаю, мне это надо. Мне это надо. А еще есть идея взять нашу винтовку, или что у нас там, военную, которую мы заполучили в прошлом выпуске, и пойти в тюрьму. Это же намного интереснее, чем сюжет, мои хорошие. Ну как? Нет, сюжет тоже интересный, просто по сюжету, заметьте, обратите ваше внимание, нас постоянно куда-то посылают, с кем-то поболтать, кому-то подлизать, кого-то обмануть, каких-то мужиков потерянных найти. Конечно, это важно, потому что по сюжету, вроде, если это было, если не ошибаюсь, когда мы пошли искать потерянных мужиков, мы нашли с вами винтовку. Это ж винтовка. Была винтовка. Я вообще думала, это автомат. Был похож на автомат, потому что он слишком быстро стрелял. Блин, ну достанешь ты его или нет? Прикиньте, сейчас отпустить руку. Как же долго он его достает. Но это интересно, интересно. Я просто думала, что надо будет, конечно, приложить какие-то усилия, чтобы его взять. Потому что если бы я его просто взяла, как обычные, не знаю, палки с говном и с этими гвоздями, то это, конечно, было бы странно. Все-таки это же Экскалибур, должна быть какая-то необычность. Но я уж не думала, что так долго придется сидеть. Ну ничего, главное, за нами никто не гонится, поэтому мы его сейчас возьмем. Вы готовы? Что-то мне больно, что ли, от такой силы. Так я его взяла, нет. А чё это с ним было? Чё за стоны такие странные? Стоит 14 000 долларов. У нас даже столько денег нет, мы уже какой час играем? Так! Простой молот! Реально! Ну, давайте простой... Вот это вот... Мерзость меня бесит, уже тяжелая балда. Ну где ж наш Экскалибур? Ну где же? Ну где же? Дайте посмотреть на эту красотищу такую.
Ой, какой красивый! Теперь пошли рубиться. Ой, я еще и бегаю с ним, как будто я этот... Ускорение какое-то. Ну, теперь нам надо доплыть. Теперь нам надо доплыть. Ой, матерь божья, слышь? Это просто... Я рада. Знаете, я рада. Конечно, эта игра длинная, правда. В эту игру, наверное, я могу играть еще месяц точно. Просто такими темпами, как я играю, потому что в основном я играю только когда записываю летсплей, я, конечно, долго могу в нее играть. Мне бы хотелось побыстрее в нее играть, потому что она мне сама нравится. Что это у меня? Вода в глаза попала. Ой, да блин, надо обязательно, надо быстрее кого-то убить. Слушайте, я бегаю как-то интересно, у меня ветер разносится перед глазами. О, смотрите, смотрите, золото аж этого Эскалибура. Давай. Ой, блин! О-о-о, давай-давай-давай! Давай. Экскалибур видал когда-нибудь? Блин. А что это они по воде? Ходят, тот чел меня что, обманул? Ай, как страшно. С моим-то экскалибуром. Не, экскалибур это вещь, конечно, но я что-то обосрался. Короче, надо нам ждать ночь. Надо нам ждать ночь и выходить всех рубить просто. На шашлик. И прокачивать уровень. Так, он в какой-то момент должен сломаться. Это вот сейчас? А, это выносливость. Блин, проблема в том, что я так могу заиграться на несколько часов. Так, ты умрешь, нет? Я сейчас всю деревню очищу. Умирай, ты чё, мне Экскалибур? Блин, офигенно, офигенно. А вы говорите. А вы говорите, ребята, да мы же с вами теперь просто нихера не боимся. Деньги, или, там просто, типа, это как мешочки их. Там может быть что угодно, просто в каких-то деньги валялись, поэтому я привыкла, что там обязательно должны лежать деньги. Ну вот, видите, деньги. Так, так, так. Так. Обыщем всех, обыщем, потому что, ну, а почему бы нет? И вот это только Экскалибур, прикиньте, а сколько тут еще разных классных штук? Я когда посмотрела, я вообще, у меня просто слюна по всему лицу растеклась. Я была в шоке. Просто в шоке. Потому что я думаю, господи, какая же крутая игра. Я вот с каждый раз, когда в нее играю, все больше и больше ее люблю, и больше думаю, блин, офигенская игруха. Смотрите, мы тут всех убили. Ну разве не клево? Так. Мне показалось, там зомби. Ой, боже, боже, боже! Боже, боже, какие мы крутые! А, все, он сломанный! Все, он сломался! Но нам его не надо ни выбрасывать, ни чинить, он точно так же работает. Клево. И это хорошо. А, только непонятно теперь, какой урон он наносит. Я думаю, что все еще хороший. Все-таки есть какой-то толк в Экскалибуре в этом. Мне теперь вообще никакие не нужны эти самые молот какой-то сраный. Лопата. Вот так. Сюрикен, все, все имеется. Так, о, теперь я могу сделать электротрубу, но хочу ли я ее после своего Экскалибура? Ночной клуб. Что-то интересное. Ну, можно, но нужно ли? Давайте лучше сделаем коктейль Молотова. Хорошая вещь, потому что, вот, например, того чувака... Сюрикена я, конечно, люблю. Но вот, например, того чувака с винтовкой мы замочили именно коктейлем. Давайте не будем об этом забывать.
А где аптечки? Тут. Куда они делись? Странно. Хотя, казалось бы, да, у нас их 16. Да мы с вами... Ребята! Ладно, давайте смотреть, что у нас по заданию. Полный газ, ты чё? Отключить подачу газа? Ну, нет, это уже неинтересно. Так. Проведайте... Проведайте Брекена! Это нам опять в дом, что ли, идти? Мы не успели там разобраться, побежали за этим Эскалибуром. Ну, а чё вы от меня хотели? Не буду взламывать. Чё, зачем мне что-то взламывать, когда я знаю всякие классные баги и фишечки? Чё это за сигнал? А, типа спасти кого-то? Не, ну он всё-таки как будто вначале получше рубился, да? Теперь после того, как он сломался, он как будто всё-таки не так мощно рубится. Ну, мне кажется, он вообще с первого раза убивал. Так, там у него мутант, я смотрю. Нам сейчас он нас наградит, нам дадут очко за то, что мы его спасли. Блин, ну почему я не могу вот так залезть, да? Было бы так удобно. Хочу прислушаться к звукам. Вот этот вот ветерочек, типа этот, как его? Ну как его, сквозняк, блин. Там бедолага. Слава богу! Так ты не один из них. А, да это этот! О, что за джиггернаут? Что за джиггернаут, ребята? Я знаю такое слово, но откуда? Это какой-нибудь, я не знаю. Что за джиггернаут, блин? Видите? Где? Тут, что ли, этот джиггернаут? О! Увеличивает срок службы холодного оружия, первый уровень, выведение, чтобы улучшить. А что за чемпион? Так, а если я улучшу, например, Экскалибур? Что будет? Вдруг он починится? Блин, а у меня F6-ый... А, вот F6. А чем? F6? Только чемпионы сейчас я... Меня хоть дадут выбрать-то? А, да. Джаггернаут. А, Джаггернаут не такой уж и крутой. Плюс 16. Учитывая, что он у меня сломанный. Чемпион клёво. Но я не знаю, стоит ли мне прокачивать сломанное оружие, которое нельзя к тому же починить. Вы же видели, его нельзя починить. Прочность. Стоит ли мне прокачивать его прочность? Наверное, это будет тупо. Давайте еще раз посмотрим. Его, видите, нельзя починить, только разобрать. Интересно, что будет, если разобрать? Это будет очень тупо, но интересно, какие от него вообще там могут быть флюшки, плюшки. Ну ладно, давайте... Да я не знаю, нет, давайте не будем ничего прокачивать. Спасибо за помощь, но я стою здесь, мой дом, и меня тут никто не достает. Да, никто не достает или не достанет, но, по крайней мере, тебя только что чуть не схавали. Что за бред? Пусто. Ох, мы ему уже столько раз помогали, что, если честно, у меня уже нет сил ему помогать. Причем каждый раз один и тот же чел. О. Каждый раз один и тот же чел, что как бы говорит нам о том, что этот чел вечно попадает в передряги. Хоть бы каких-то других героев нарисовали, там девочек каких-то, не знаю, какую-нибудь женщину или... Да, мужчину тоже можно, но просто... Чтобы различались, а то это же тот же чувак, которого мы постоянно спасаем. Сука. Да. Первые секунды Экскалибура были улет. Потом что-то он немножко подсдулся.
Если увидите магазин, аптеку, в смысле, а не магазин, срочно мне говорите, потому что мне нужно в такие заходить. Хотя я даже не знаю, что мне нужно. Я же такая крутая, я теперь знаю баги, я могу спать, просыпаться, качаться. Так, там вонючки не пойдут, тут тоже какие-то черти волосатые. Ну-ка, отвалить от меня. Так, у нас на самом деле столько всего впереди. Но больше всего меня интересует, знаете что? Где, сука, новогодняя атмосфера? Вы хоть одну новогоднюю атмосферу здесь увидали, которую мы с вами включили с событием? Мы же выбрали с событием. Что-то новогоднее вы здесь видите? Я вот нет. Так, ну наконец-то. Он наверху, нам наверх. Так, сейчас и прокачаться надо тоже. Навыки, ловкость. Так. Станьте лучше в паркуре, бегайте дольше, карабкайтесь, набирайте ловкости быстрее, получите доступ к новым способностям. Мне еще вот скольжение захотелось. Знаете почему? Потому что я смогу так быстро прокачиваться. Прокачиваться, следовательно, я смогу больше всего открывать быстрее. Поэтому мне бы, конечно, хотелось, ну, чтобы я больше бегал, выносливость сейчас прокачать. Но я решила, что... Люди рассчитывают на твою помощь, так что не стой на месте. Так, нам наверх надо, да? Он наверху? Нет, нихера он не наверху, он где-то здесь. Это не Брейкин, это не Брейкин. Это Брейкин? Это не Брейкин. Сейчас я поднимусь, и зря будет. Брейкин. Все-таки он наверху, что ли? Ну да, походу, наверху. Просто даже не горит стрелка наверх. В общем, у меня сейчас была такая небольшая пауза. Потому что у меня камера выключается каждые 26 минут какого-то черта. И я решила посмотреть, где мне еще добыть кое-что интересное. Я поняла, посмотрела ролик, ну, промотав его, я поняла, что я не смогу его очень быстро получить. Мне нужен уровень... Кстати, сейчас мы посмотрим, сколько нам не хватает. Короче, тут есть такая фигня, как кошка. Вот здесь она открывается. Мне нужен 12 уровень, чтобы это заполучить. И это вот то, что я вам говорила, как паук летать. Вот, но я так быстро не могу получить, к сожалению. Но я знаю способ, как это получить, как прокачаться побыстрее, скажем так. Я дура. Помните, что я сегодня сдала тому чуваку? Мне не надо было сдавать вот эту штуку помощи при ЧС. Мне нужно накопить их 60, отдать их кладовщику, и тогда он мне даст дофига, типа, ну, не навыков, а... Ну да, навыков, очков навыка, короче. Даст мне их дофига, и я смогу докачаться хорошенько до прям 12 уровня быстро. Поэтому вот такие вот дела. Зря это сделала. Так, смотрим мультик. Хоть бы раз мне дали тут походить. Мне кажется, я тут постоянно с ним мультики смотрю. Что-то грустит он совсем. Вот тут нам говорили, в какие точки сбрасывают антизин, а теперь они молчат. Там были дети, я просто завис. Лена взяла ответственность на себя, может, ей нужно принять командование. Черт, дети, Крейн, я не лидер, я долбанный инструктор паркура. Так, паркуру они от тебя и научились. Брейкин, ты показал этим людям, как выживать. Когда я переехал в Харан, знаешь, что у меня было в карманах? Чертовы визитки. Я думал найти новых учеников, зарабатывать побольше, откладывать, может, купить дом и больше не снимать жалкую квартирку. Слушай, давай я сам поговорю с Рейсом. Так, погоди минутку, ты нужен людям. Дай мне немного времени, ладно? Должен быть другой способ, что-то получше. Они сейчас поцелуются. Брей, ладно, подождем. Но недолго. А он симпатичный, кстати, Брейкин. Как вам внешка? Оцените от 1 до 10. Мне кажется, симпатичный. Симпатичный? Темноволосенький такой. Не, ну как бы, был бы он таким в реале, я бы с ним, конечно, не замутила, он же какой-то нарисованный, но в целом симпатичный, да? Мужа как раз дома нет, он не слышит мои слова, летсплей мои он так особо посмотреть не будет, хотя, казалось бы, да, начала снимать летсплей. Лучший вариант, чтобы мой муж смотрел, нет, не смотрит. Пора мне наконец сделать что-то хорошее, а я до этого что делала? Слышь, я столько полезного сделала, спасала, защищала. Не, плохо все равно, что-то хорошее это проходить этот самый, да? Так, тут все спят, болеют.
Ой, бедолаги, ой, бедолаги. Да, грустно. Мухи у вас летают, воняет что-то. Пойду-ка я отседова. Так, мне опять наверх. Что-то хорошее, это вот вопрос, что? Убийца? Зачем мне на крышу? Сейчас буду его успокаивать, что тоже. Рахим, что ты здесь делаешь? А, Крейн. Тебе можно верить? Ты сколько выпил, дуралей? Можно или нет? Да, ну что? Видишь высотку? Разведчики нашли там гнездо прыгунов. Грохнем их, сможем выходить ночью. Как тебе? Мы справимся, точно говорю. Я подумал, если заложить взрывчатку... Господи, ты же не всерьез? Крейн, мы справимся, пока эти твари там, мы никогда не наберем достаточно антизина, это сработает. Мы отличная команда, а? Держи меня. Что-то я заволновалась, даже читать перестала. Черт, вот я же говорил, мы команда. Сейчас бы пьяным на краю крыши стоять, да? Отличная идея, ребят, так никогда не делать. У нас нет взрывчатки вообще. Единственное, более или менее похожее, это взрывпакет и спайка. Ничего не выйдет. Ты не понимаешь ни хрена. Я могу только наблюдать, сидеть на заднице, смотреть и ничего не делать. Я не хочу тут сдохнуть, Крейн. Не так. Так беспомощно. Если умереть, так хоть с пользой. Красивая картинка. Что это? У меня был самолет на воскресенье. Карантин объявили в четверг. Я уже сумки собрал. Слушай, я буду глядеть в оба, ясно? Если появится какая-то возможность это сделать... Проехали. Грустно. Очень грустно. На всякий случай, я то не помню, хлопнуло, не хлопнуло. Сводить-то потом, ёптить, опять наверх. Ну ладно. Это хоть вообще у нас по плану? Сейчас я на карту посмотрю, на задание, а то сейчас опять окажется, что выполняю что-то. Да давай, залезай, ты чё, не можешь, что ли? О! Слушай, хоть подальше бы отошел, не пались, крыса, ты чё? Это Крейн, как слышно? Да, Крейн, что хотел? Вы должны сбрасывать антизин хотя бы возле башни. Этим людям нужна помощь. Тебя отправили Харан искать файл, а не изображать мать Терезу. Или ты передумал насчет предложения Раиса? Возможно, мисс Альдемир сама не против сотрудничать, испытать свои навыки в новых условиях. Вы дадите нам антизин, и тогда мы поговорим о том, что хочет Раис. О, ты говоришь нам? В любом случае, твой запрос не обсуждается. В министерстве некоторые сложности, возобновление авиапосылок сейчас политически невыгодно. Вы в конец задолбали, понятно? Вы и ваш чертов файл. Я найду вам этот файл, но я его посмотрю как следует, прежде чем решить, что делать дальше. Ладно. Что там интересно на файле, да? Мне так интересно исследовать эту карту, но больше всего я хочу отправиться туда, в реальный город. Самое еще интересное, что... Знаете что? О, да ё-моё. Крейн, это Джейд, как слышно? Громко и четко, чем могу помочь? Я не знаю, сколько у нас времени, так что кратко. Нужна твоя помощь. Да достали, задрали, слышь. Раис превратил заброшенную школу в первоначальный перевалочный пункт. Я думаю, он хранит там антизин. Ладно, пошли. Мы туда проберемся. Кто сможет добыть лекарство от башни, пойдем со мной. Да, я пойду с тобой. Хорошо, встретимся у вагона на железнодорожном переезде возле школы. Слушай, Джейд, если не найдем антизин, нам нужно будет поговорить. О чем это? Запасной вариант. Ну не сейчас, Джейд. Сначала давай посмотрим, что мы сможем найти в этой школе. Пошли. Давай, пошли. А чё? А, ну короче. Вот, видите, тут мост. Мы можем туда как-то перепрыгнуть.
Или не можем? Что-то я видела такое тоже в этих проходилках. Да, мы вот здесь по этим штукам сможем проползти. Но там дальше что-то ничего нет. Интересно, откроется вообще? Интересно, а карта еще больше может стать? Или туда уже все? Мне кажется, нет, наверное, не может. Блин. А где же что-то, то, что я смотрела, было так интересно? Город какой-то. Вот знаете, куда хочу, знаете? Вон туда хочу. А. Так я, наверное, могу туда. Если я смотрю вот так. Подождите, а где? Ой, что такое? А вот это где? Почему мне вода? Вода не показывается как следует. А где вода? Или меня обманывает кто-то? Я просто смотрю по карте. Ой, ну ладно, ладно, хернёй страдать не будем. Но я скажу вам честно, у меня есть желание добраться до этого моста. Ну и задание выполнять, конечно, надо. Братья и сестры. Так, встретиться. Ну ладно, ладно, блин. Мне нужна эта кошка. Мне нужно докачаться до 12 уровня, чтобы летать. Так намного быстрее проходить. Все, будем мы. Ну, в смысле, не бегать вот это вот. Сразу отсюда прыгнем нахер и приземлимся как следует. Но там уцепиться, по-моему, за что-то надо. Ну, как Человеку-пауку. Кстати, скоро Человек-паук выходит. Надо сходить. Так. Угу. На лифт. Угу. Ой, как красиво. Ой, как красиво. Не могу. Я видела в комментариях, люди писали, что такая классная игра. Слушай, Юль, так понравилось, как ты играешь. И нам вообще, в принципе, так нравится эта игра, что я тоже ее скачал, купил, теперь тоже играю. Еще вторая часть, и можно на плойку купить. Слава думает, тоже может поиграть. Не, реально клевая. Но у нас первая. Dying Light. Баш, всегда с чем... А, это этот какой-то надзиратель ссаный. Так, давайте посмотрим, есть ли у него что-то новенькое. Ну да, конечно, чего бы, мы же уже брали. А, кстати, я еще смотрела то, что, по-моему, можно смотреть, сколько времени. О, 11. Ну, у нас еще полно времени. Хотя это по какому? Не-не, ну, день, все понятно, день. Так, нам еще ниже прыжок. Мы с нашим сломанным Экскалибуром. Вот была бы у меня кошка, я бы сейчас прыгнула, псю, и как Человек-паук, псю, псю. А я так не могу. Эй, почему у меня сраная палка? Перепрыжок. Перепрыжок. А, мы же теперь можем делать подкаты. Клево. Перепрыжок. Прыг, прыг, прыг. Не, хорошо, мне очень нравится именно идея того, что здесь как бы паркур. Вот, ой-ой, не пробегай. Вот эти все травы нам нужны. Не знаю пока зачем, но я что-то с ними могу делать. Возможно, что-то, что мне по сути не надо. Ну, типа, знаете, какие-то полезные вещички, которые там, например, для тех, кто по ночам гуляет. Я, например, не гуляю по ночам. Так, где наш Экскалибур? Все. Что-то тут горело. Что это такое? Что это? Что это? Где это? Ничего, что там не лежит. Да блин. Короче, у меня мышка вот такая, видите? Мне надо взять Славину, у него есть игровая мышка. Что у меня каждый раз там, где должно быть вот это колесико посередине. Угар. В общем, у меня из-за этого постоянно меняются оружия, потому что они должны меняться на это колесико. У меня это колесико, его как бы нет, там просто сенсоры, и, понятное дело, я пальцем постоянно задеваю и как бы... Получается то, что получается. Ой, ну как же мне нравится, ну как же мне нравится эта игра. Реально, не лукавлю. Ничего нет, бежим, делаем ноги. Так, не буду я ему помогать. Помогаешь, помогаешь, а ради чего? Ну да, дает он мне какие-то штучки, дрючки. Ну, не постоянно. Ой, ну начинается. Мы сразу ее встретим. Лицом к лицу! Она такая шустрая, у меня-то надо замахнуться. Иди! Все. Не хочу я дальше на них время тратить. Посмотрите, сколько у нас джишек. Ну, джи просто я на эту... Вообще-то Г, наверное. Или G. А что ж тогда G? Наверное, это не G ни хера. J. Нет, G. Ну, G в английском есть G? G нет такого. Здесь, наверное, J, G.
Джейджи. ХЗ, короче, забейте. Ну, это как бы как Г английское, поняли? Угу. Мультики. Заходи, тебе надо это увидеть. В школе что-то происходит. Люди Тахиры таскают оттуда ящик несколько часов. Надо посмотреть поближе. Блин, у них автоматы. Ну ладно, у нас Экскалибур, джишки. Да и, в принципе, тоже есть автомат. Хороший вопрос. Если это антизин, то он нам нужен. Это не я, кстати, бегу. Мультик смотрю. Джишка и... разберемся. Мы таких уже мочили. Подъезжаем к передним воротам. Клево. Что же они там делают? Что же там? Я хочу туда. Я очень туда хочу. Что ж такое? Кого-то они задержали. Надеюсь, это не наши хорошие ребята. Сука, ты куда? Сейчас ее заметят, и нам придется ее спасать. Мы сделаем коктейль молотовых джишек наших сурикенов. Возьмем автомат. Если понадобится экскальбур. Беги! Так, отлично, мы его обыщем. Тише, тише. Пиздец, он палит нас. Чертов Тахир, гореть ему в аду. Черт, куда она подевалась? А, они уехали, чё? Они всех убили и уехали. Ты чё проверяешь? Его застрелили! Но мы его, конечно, обыскать, сука, не можем. Ну ладно. Так, найдите вход в школу. Я видела только тех, что вошли с Тахиром. Так им наверняка больше. Надо зайти с разных входов, так как хватим больше пространства и будет меньше шума. А знаете, я что сейчас сделаю? Нахер вас. Чё у меня там? Ой, блин. Я могу вот это просрать. Если меня шлепнут. Да и здесь тоже. Ёпс, я испугалась. Этого шума. Так, я вам говорю, если начнут убивать, я буду делать ноги. Ну вот. Так не получится. У меня вообще-то в другую сторону получается, что я тут хожу. Ой. Ой, бля, я что, в засаде? А, нет. Ой. Так, бляха-муха. Слава богу, без замков. Надоели эти замки. Господи, да где? Здесь... А, нет. Марля, отлично. Отлично. О, записка. Которую я не люблю читать. И не буду. Даже не заставляйте. Так, сраные палки. Мы это все берем, помните? Мы это все берем, мы из них можем что-то досоздать. Так, нам надо как-то туда наверх. Блин, забраться. Я просто пытаюсь понять, как, если... Ой, а мы тут... Не, мы тут, наверное... О, какой-то чертеж. Короче, чертежи, это значит то, что мы можем что-то создавать. Я думаю, вы догадались. И знаете. Ну, я просто вам рассказываю, мало ли кто там, типа, не в курсе. Возможно, этот выпуск у нас получится долгий, да и ладно, да? Я знаю, что многим... Ну, как многим... Те, кто смотрит, им нравится. Те, кто... На самом деле, все просто.
Если кому-то не нравится смотреть летсплей, просто не смотрите, реально вас что заставляют. Вы не думаете, что я там что-то страдаю, типа, мне самой нравится играть. Просто в кайф то, что я еще это и записываю, как бы выпускаю как контент дополнительный. Что, я это не могу сломать даже? Так, 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 так. Нет, должен быть... Так, нет, это мы... Угу. Очень трудно. Ну ладно. Сейчас камера стоит. Хотя можно на этом, наверное, и закончить, да? Я сейчас продолжу играть, просто это уже выйдет у нас в другом видео, чтобы вас тоже не перетруждать. Что ты будешь делать? Мы его откроем, я вам обещаю. Все, я обещание свое держу. О, заполнен. В общем, на этом мы с вами сегодня закончим. Ждите следующий выпуск, там я продолжу с этой же точки, потому что прямо сейчас продолжу играть, поменяю батарейку и поедем. Так что надеюсь, что вам понравилось это видео, если так, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, оставляйте много комментариев, чтобы подбадривать меня, потому что просмотры, конечно, на летсплеях не огромные, вот, ну, что поделать, кому-то нравится, кому-то не нравится, всех люблю, целую, обнимаю и всем пока!